Извините за вопрос, про замужество не задавала его, и страшно. Почему страшно? Ну реально наболело. Наболело — это плохо. Выйду ли я замуж? Будет ли у меня личная жизнь? Смогу ли родить? Да, вы выйдете замуж, несмотря на то, что вы много лет одна. Дело в том, что основная идея замужества, она связана вот с чем. Есть такие методы, которые могут помочь женщине выйти замуж. Первый метод. Ощущайте в своем сердце тепло каждый раз, когда вы смотрите на любого мужчину. Какого любого? Любого. Какого бы мужчины не видели перед собой, попробуйте ощутить в сердце приятное состояние. Приятное состояние, похожее на ощущение радости, нежности, чувство тепла, трепета, любое. Вообще, делайте это с завтрашнего дня, уже через недели две замуж выйдете. Второе. Представляйте каждый раз, когда смотрите на любого мужчину на улице, представляйте, будто у вас вокруг пупка теплый бублик, который сияет золотом. Вот так. Как будто вам здесь на уровне пупка нагрели, и там тепло-тепло. И третье. Все, что вы не делаете прекрасного, посвящайте этому своему скорейшему замужеству. То есть кино. Какое бы мне кино посмотреть? Вот посмотрю это к моему быстрому замужеству. Ой, как мне хорошо, вот сейчас лягу спать, и как мне хорошо на подушке. Посвящаю это своему быстрейшему замужеству. Скоро выйдете замуж.